Ход строительства в Щелковском районе регулярно. Вопросы возведения жилых микрорайонов и важных социальных объектов обсуждают на строительном часе в администрации. В этот раз внимание уделили жилым домам в Щелкове и Чкаловском, а также диализному центру. На повестке вопросы долгоиграющие. Например, строительство жилого квартала «Горизонт», застройщик которого испытывал финансовые трудности. Отсюда низкие темпы работ. Сейчас ситуация лучше. Работы возобновлены благодаря помощи нового инвестора. За прошлую неделю на 11 миллионов 600 инвестор оплатил денег. Это электросчетовые, это индивидуальные тепловые пункты, которые находятся в работе, да? И на следующей неделе мы оплачиваем кабель, у нас осталась одна нитка кабеля от подстанции корпуса УВ, и ведутся активные работы у нас по парковке. Компания «Инвестстрой» планирует сдать дома к началу осени. Еще один уже традиционный вопрос стройчаса – ситуация со строительством в микрорайоне Чкаловский на улице Радиоцентра 5. По словам застройщика, в первом корпусе дома продолжаются работы по устранению строительных недоделок. У дома уже появилась управляющая компания «Пик Комфорт». Правда, у нее к застройщику возникли претензии. Решить вопрос планируют в ближайшее время. На следующей неделе они нам уже представят график устранения всех замечаний для того, чтобы дома эксплуатировались безопасно и комфортно для наших жителей. Было принято решение выехать, посмотреть все недоделки, еще раз зафиксировать совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства. Продолжает работу и компания «Инвестпроект МСК», возводящая жилой квартал «Центральный». Пока строится один дом. В этом году запланировано начать строительство еще трех домов. Как отметил генеральный директор компании, есть некие проблемы с получением технических условий теплоцентрали. Вопрос на контроле администрации. Поможем нашему инвестору в продолжении строительства дома. Ну и, собственно, следующий этап – это строительство еще двух домов, в котором в одном из них расположен детский сад пристроенный. Я думаю, мы будем оказывать всяческое содействие. Ну и попросили теплоцентраль с вниманием отнестись к этой нашей застройке. Положительная динамика наблюдается в строительстве диализного центра в Щелкове. Компании «Инстройрегион» удалось сменить подрядчика, и работы продолжились в штатном режиме. Также рассматривается возможность размещения там наркологического диспансера. Наталья Медведева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».